Сегодня большой праздник, сегодня день явления Шри Чайтани Махапрабху, и похоже, что для Гауди Вайшнавов это наиболее важный праздник в году. Большое вам спасибо, что вы пришли, и вы здесь в храме вместе со всеми преданными. Мы будем сегодня петь, говорить, кушать прасад, все то, о чем просил Господь Чайтанья. Мы почитаем один из баджанов Наротама Даса Такура из песенника, который называется «Лала Самай Прартхана». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Из Прадхана. Гауранга Балитха Дипулака Шарира, Хари Хари Балите Найне Бабинира. Аракаба Иде Чандр Карунахаида, Самсара Басанамура, Каби Туча Хаби, Вишая Чария, Каби Шуда Хабимана, Каби Хама Хирабо Ши Бриндавана, Рупа Рагуната Паде, Хоеби Акути, Каби Хама Буджабо Се Чудова Пирити, Рупа Рагуната Паде, Рафу Мураша, Рактана Каруесада, Аратама Даса. Комментарии о божественной милости Шри Симатана и Чернородиты Бхактивиданты Сами Прабхупады. Автор этой песни – великий преданный Наратам Дас Такур, Ачарья Сампрадая Гаудия Вайшнава, цепи ученической преемственности, восходящей Господу Чайтанье. Наратама Дас Такур написал много песен, которые признаны всеми вайшнавами. Он писал их на простом бенгальском, однако, благодаря глубокому смыслу, скрытому в этих песнях, они имеют огромную ценность. В этой песне он говорит: «Гауранга болит и хади, пулака шарья». Если по телу человека пробегает дрожь, стоит ему только произнести имя Господа Гауранги, положившего начало движению Санкиртаны. Это означает, что он достиг совершенства в повторении святого имени. Это нельзя имитировать, но все же Наратама Дас Такур вопрошает: скоро ли наступит этот счастливый момент, когда мое тело охватит дрожь, как только я начну петь имя Господа Гауранги? А когда появится эта дрожь, Хари Хари Болите, Найна и Бабинира, во время пения мантры Хари Кришна из глаз польются слезы. Затем он говорит: Аракабе Нитай Чандр, Коруна Хаиде. Все мы молим Господа Нитянанду о милости. Нитянанда считается изначальным духовным учителем, поэтому, чтобы приблизиться к Гауранге, Господу Чайтанье, нужно сначала снискать милость Господа Нитянанды. Как же распознать человека, который обрел беспричинную милость Господа Нитянанды? Как говорит Наратама Дас Такур, признаком того, что человек снискал беспричинную милость Господа Нитянанды, является отсутствие материальных желаний. Аракабе Нитайчанды Коруна Хаида, Самсара Басана, Каби Туча Хама. Самсара Басана означает жажда материальных наслаждений. И Наратам Дас задает себе вопрос: когда же исчезнет эта жажда? Разумеется, пока мы имеем тело, мы вынуждены удовлетворять множество материальных потребностей, однако следует делать это не для наслаждения, а только для того, чтобы поддержать свое существование. Далее Наратама Дас говорит: Рупа Рагунатха Паде, Хойби Акути. Когда же у меня появится страстное желание изучать книги, написанные 6 Госвами? Акути означает сильное стремление. Рупа Госвами, отец преданного служения, написал книгу Бхакти Расамрита Синду, которая содержит замечательные наставления и предписания, касающиеся преданного служения. Эти же вопросы рассматриваются в Чайтанья Чаритамрите и других книгах. Краткое изложение этих наставлений дано в нашей книге «Учение Господа Чайтаньи». Чтобы постичь любовные, супружеские отношения Радхи и Кришны, необходимо следовать наставлениям 6 Госвами. Наратама Дас Такур не советует нам пытаться осознать любовные отношения Радхи и Кришны самих, надеясь на силу своего ума. Постичь эту югалапирити, супружескую любовь, можно только руководствуясь наставлениями Госвами. Пока ум человека полон материальных мыслей, он не сможет войти в царство Вриндавана. Однако Наратама Дас Такур говорит: Вишая Чария Каби Шуда Хабимана, Каби Хама Херабо Шипи Дабана. Когда мой ум полностью очистится, и я избавлюсь от материальных тревог и желаний, я смогу постичь Вриндаван и любовные отношения Рады и Кришны, и тогда моя духовная жизнь увенчается успехом. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasti Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Итак, это удивительный баджан. Я уверен, что большинство из вас его как минимум читали, слышали. Перевод этого баджана. Он уникальный. Шрила Наротtam Дас Такур буквально в нескольких куплетах описывает путь преданного, путь человека, который хочет приблизиться к Богу и хочет понять или познать супружеские отношения Рады и Кришны. Он говорит, что путь в эту духовную обитель, во Вриндаван, лежит только через Господа Чайтанью и никак иначе. Только по милости Господа Чайтаньи человек может приблизиться к Раде и Кришне. Не думайте, что мы можем петь целыми днями «Рады, Рады, Рады, Рады», мы будем ближе к Раде. Или говорите «Рады, Рады, Харибол», и все, и мы уже в Рада Лиле или в Кришна Лиле. Это невозможно, это не так дешево. Наротtam Дас Такур говорит, что все это происходит по милости Господа Чайтаньи, день явления которого мы сегодня отмечаем. Конечно, последние куплеты этого баджана он посвящает конечной цели. Он говорит, что каждый из нас должен стремиться, он говорит, да, хорошее желание, попасть в эту обитель, где каждый шаг — это танец, где каждое слово — это песня, где каждый день — это праздник. Сегодня также отмечают Холи. Холи, я думаю, что очень активно по Вриндавану. Итак, каждый преданный, который, скажем так, который пытается принадлежать к линии Гаудия Вайшнава, должен желать в конечном итоге приблизиться к Вриндавану, приблизиться к Раде и Кришне. Вот. Но мы должны понимать, что это, как я уже говорил, что это не так дешево. Мы должны думать, что для того, чтобы попасть в Вриндаван, у каждого из нас должен быть загранпаспорт, должен быть хороший спонсор, вот, должны быть какие-то внешние вещи. Я помню, как-то мы общались с одним Бриджаваси, мы просили у него благословения, пожалуйста, благословите нас, чтобы мы еще как-то вернулись во Вриндаван. И он посмотрел на нас, рассолил, и говорит, что ну, вы здесь просто потому, что у вас есть деньги. Не было денег, только здесь не оказалось. Вот и все. И потом он... Это было во Вриндаване. И он посмотрел на улицу, потом сказал: неужели вы думаете, что вот это Вриндаван? Неужели вы думаете, что вот это Вриндаван? И потом сказал: нет, это не Вриндаван. Вриндаван находится в сердце преданного. Только в том случае, если его сердце чисто от повторения святого имени. Если вы будете чисто повторять святое имя, где бы вы ни были, там будет Вриндаван. Вот туда вы должны стремиться. И вот на это я могу вас благословить. Наротtam Дас Такур в этом баджане говорит, что мы должны следовать по пути ачарья, по пути тех, кто вечно живет во Вриндаване. Мы должны следовать по пути шести Госвами. Почему? Потому что для жителей Вриндавана нет никого дороже, чем Рада и Кришна. Нет никого дороже. Это люди, которые готовы за Раду и Кришну отдать все, отдать свои жизни. Отдать свои жизни за Раду и Кришну. Он говорит, что мы должны следовать по пути Госвами Вриндавана, потому что для Госвами Вриндавана нет никого дороже, чем кто? Чем Господь Чайтанья. Это путь, который каждый из нас должен проделать, чтобы в конечном итоге оказаться в Вриндаване. Следовать по стопам Госвами Вриндавана, следовать по стопам тех, кто живет в Вриндаване. Итак, как же этого достичь, как же это сделать? В свое время Шрила Бхактивинода Такур написал замечательную книгу, которая называется «Шри Навадвипа Дама Махатмья». И в этом произведении он описывает, как Шиладжива Госвами пришел в Навадвипу, и он встретился там с Нитянанды Прабху, который показывал ему Навадвипу, 9 островов. И Нитянанда Прабху в какой-то момент стал прославлять Навадвипу Даму. И он стал говорить, что Навадвипа не отлично от Вриндавана. Если человек хочет войти во Вриндаву, он должен сначала поселиться в Навадвипе, совершать там баджану, очистить свое сердце от материальных желаний. И тогда его сознание, оно окажется в Вриндаване естественным образом. И Шиладжива Госвами, когда услышал эти слова, у него в глазах стоял вопрос. Он смотрел на Господа Нитянанду непонимающим взглядом, и он говорил: ну подожди, здесь столько людей живет на Навадвипе, почему же они еще не достигли Вриндавана? И тогда Нитянанда Прабху сказал очень важные слова. Он сказал следующее: чтобы жить в Навадвипе, чтобы на самом деле жить на Навадвипе, действительно жить на Навадвипе, нужно обрести отношения с Господом Чайтаньей, нужно строить с Ним отношения. Другими словами, это буквально означает, что просто находиться рядом, это еще не означает иметь отношения, это еще не означает жить в Навадвипе, жить в Вриндаване. Это не означает. Более того, мы должны понимать, что значит строить отношения. Например, если опять-таки мы говорим, что конечная наша цель — это обрести расположенность или общение с Радой и Кришной, мы должны понимать, что мы должны построить прежде всего отношения с Шри Чайтаньей, который по сути является Радой и Кришной вместе воедино слит. И мы должны понимать, что для того, чтобы построить отношения с Шри Чайтаньей Махапрабху, мы должны хорошо знать, что он ожидает от своих последователей, что он желает, чего он не желает, чему он учит, чему мы должны следовать. Это означает, что если мы хотим строить отношения с Шри Чайтаньей Махапрабху, мы должны очень хорошо знать его учение, хорошо разбираться в его настроении, должны изучать книги, которые прославляют его, которые описывают его жизнь, которые объясняют, кто такой Господь Чайтанья, что он ждет от своих последователей. Итак, мы должны очень хорошо понимать и знать настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. И не только знать и понимать, и потом действовать соответствующим образом. Не просто быть человеком, который все знает. Мы сейчас, когда были в Индии, мы тоже слушали много лекций разных, и на одной из лекций один из духовных учителей объяснял, что знания, которые мы получаем, или гьяна, которые мы получаем, обладает очень огромной силой, очень большой силой. И эта сила действует в любом случае, правильно мы применяем это знание или нет. И когда мы обретаем гьяну, когда мы обретаем знания, и когда у нас нет среды или почвы для правильного восприятия этого знания, эта энергия, огромная энергия, она действует на нас разрушающе. Действует на нас разрушающе, потому что в сердце появляется болезнь, которая называется гордость. Я больше всех знаю, я лучше всех знаю, я лучше всех, я лучше других. Может быть, не всех преданных, но вот тех людей, которые пользуются, будет точно. Я лучше. Итак, знание — это очень опасная вещь. Когда мы обретаем знания и неправильным образом используем, в конечном итоге эта энергия работает против нас. Она разрушает нас, разрушает она увеличивает наше эго, конечно. И это не то, что мы должны, обретать, находясь здесь, в духовной организации. Итак, это один момент. Другой момент буквально означает, что развивать отношения или строить отношения с Шри Чайтаньей Махапрабху буквально означает, что мы должны действовать, пытаясь удовлетворить его. И приводится такой пример, что если мы просто приходим в храм, или, например, как приводит пример с человеком, который хочет научиться водить машину. У него в гараже может стоять прекрасная машина, он может приходить на нее и смотреть каждый день, он может любоваться ею. Даже мы можем приходить сюда в храм и смотреть. Вот здесь сегодня хороший киртан, сегодня интересная лекция, любоваться божествами. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Если мы будем просто смотреть на машину и не пытаться ездить, то мы никогда не научимся ездить. Поэтому это означает, Чтобы строить отношения с Шичитани Махапрабху, мы должны что-то делать, мы должны пытаться что-то делать, мы должны каким-то образом задействовать свою природу в служении, тогда будут эти отношения строиться. Мы не должны быть в этом храме или в этом месте просто наблюдателями, которые приходят здесь любоваться тем, что здесь есть. Что в принципе тоже неплохо, но этого недостаточно для построения отношений. Итак, Наротtam Дас Тхакур говорит, что все мы должны строить отношения, и мы можем построить отношения с Шри Чайтанья Махапрабху, можем приблизиться к нему только по милости Нитянады Прабху, по милости Шри Сиры Госвами. И ключ к обретению этой милости, этих великих возвышенных личностей, заключается только лишь в одном. Каждому из нас необходимо одно очень важное качество, о котором Шри Чайтанья Махапрабху говорил своим последователям не один раз, неоднократно. Необходимо смирение. Необходимо смирение. Это ключ к обретению милости. Это означает, что для того, чтобы войти в духовную обитель, мы должны понять, что для этого нам необходимо оставить свою гордыню и считать себя лучше других. Для этого нам необходимо смирение. Смирение буквально означает быть способным принимать то, что тебе говорят, то, что от тебя ожидает Господь, то, что ожидает от тебя Шрила Прабхупада, то, что от тебя ожидают старшие. Быть способным принять это, принять и следовать этому. Тогда, возможно, мы сможем когда-то приблизиться к духовной обители. Никак иначе. Итак, я скажу, может быть, несколько слов еще о... К сожалению, у нас не так много времени, но тем не менее. Наротtam Дас Тхакур говорит, что конечный итог, к чему мы должны прийти, мы должны стремиться понять супружеские отношения Рады и Кришны, которые находятся в Вриндаване. И Вриндаван, как описывает Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите, в нектаре наставлений, с комментариями Шрилы Прабхупады, он говорит, что нет ничего более возвышенного, чем Вриндаван. Это прекрасная обитель, где вечно находится Шримати Радхарани и Господь Кришна. Где Вриндаван, говорят, что когда Кришна был на земле, Вриндаван был настолько прекрасен, что полубоги завидовали тем, кто живет во Вриндаване. Они завидовали. Говорят, что луна, она никогда не была ущербной, она всегда была полной. Когда Господь находился в Вриндаване, луна была всегда полной, она не уменьшалась и не увеличивалась. Настолько Вриндаван был прекрасен. Но когда Господь Кришна покинул этот мир, ну, скажем так, когда он ушел из этого Вриндавана, то буквально через небольшой промежуток времени буквально все сошло на него. Вся красота Вриндавана, храмы, которые там были, очень прекрасные, красивые, все просто куда-то делось. И буквально через 100 лет правнук Господа Кришны, которого звали Ваджранатха, который вернулся в Вриндаван, пришел в Вриндаван, он решил восстановить все. Он открыл множество храмов во Вриндаване, он открыл святые места во Вриндаване, он установил во многих храмах божества. Говорят, что, во всяком случае, так говорит история, что Ваджранатха Махараджа, он установил 4 дева. Это Гувинда Дев, и мы сейчас знаем, как это божество Рада Гувинды. Он установил Хари Дева, который находится на Говардане. Он установил Кешава Дева в Матхуре, который в конечном итоге был разрушен, этот храм, осквернен воинами Аурангзеба. И в Махаване он установил божество Баларама, Баладева, Давуши. Он также установил 2 Гупала. Это был Мадана Гупал, которого сейчас мы знаем как кого? Как Мадана Махана. Когда-то он был Мадана Гупала, когда он был один Гупал. И потом, когда пришла Радхарани, он стал Мадана Махана. Он также установил Сакши Гупал, который сейчас находится недалеко от Пури. который ушел туда. Он также установил два надха, Шинат и Гопинат. Гопинатха, мы знаем это божество, как Рада Гопинат, который сейчас находится в Джайпуре. Он установил четыре Ишвары, это Гупишвара, это Чеклешвара, это Камешвара, это в Камиване, и Бутешвара. Он, значит, установил четыре Деви, это Йога Майя, которая находится в Вриндаване, это Паталешвари Деви в Матхуре, это Вринда Деви, который сейчас находится изначально Вринда Деви в Камьяване, и это Манаси Деви, которая находится на Говардане, на Манасигане. Ну, во всяком случае, была. И он нашел божество Шримати Радхарани и Кришны, которое сейчас установлено в Варшане, он нашел в Равале. Установил изначально в Равале, сейчас он находится в месте явления Шримати Радхарани, но сейчас они находятся на Варшане. Итак, Вриндаван процветал. Прошло несколько тысяч лет. И в 2017 году один из мусульманских правителей, Махмуд Газневи, в 2017 году, он напал на Вриндаван только с одной целью, чтобы разграбить его. Говорят, что во Вриндаване было огромное количество храмов, статуи, мурти, которые были сделаны из чистого серебра, из чистого золота. Говорят, что этому Махмуду Газневи понадобилось больше 100 верблюдов, чтобы вывозить сокровища, которые были во Вриндаване, в этом небольшом местечке. Те, кто из вас был, вы знаете, что Вриндаван по площади очень небольшой. Очень небольшой. Он вывозил драгоценности из Вриндавана. И когда он увидел прекрасный храм, который стоял на месте явления Господа Кришны, он решил разрушить его. И мотив его был очень простой. Когда он увидел этот прекрасный храм, он произнес такие слова, что «я не видел ничего прекраснее, чем этот храм. И если я захочу построить храм, который будет лучше, чем этот, мне понадобится 200 лет и 100 миллионов золотых динаров. И так как у меня нет таких денег, я просто разрушу его, чтобы не было ничего более прекрасное». Более прекрасное. Прошло еще 500 лет. Это был 15 век. Еще один мусульманский правитель. Секандар Шах Лоди в 15 веке. Он также пришел в Вриндаван для одной цели, чтобы разрушить храмы. И говорят, что он статую Мурти Господа, который был, он отдавал мясникам, просто чтобы они их использовали как гири, чтобы взвешивать мясо. Так они использовали даже. Говорят, что жителям Вриндавана, он имел очень сильное влияние. Жителям Вриндавана, мужчинам, он запретил брить бороды, запретил бриться, чтобы они были похожи на мусульман. И вот это 15 век. И потом приходит Шри Чайтанья Махапрабху. И когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван, когда он увидел, в каком состоянии находится Вриндаван, он сказал: одной из моих целей, моего прихода сюда, в этот мир, будет то, что я хочу восстановить Вриндаван. Я не буду спать спокойно до тех пор, пока Вриндаван не восстановится, пока он не обретет былую красоту и былую славу. У Шри Чайтаньи Махапрабху много было причин явлений, о них мы часто говорим. Но это была одна из также очень важных причин, почему Господь Чайтанья пришел к этому, чтобы восстановить Вриндаван, чтобы люди там говорили о Кришне, чтобы они могли поклоняться Кришне, и чтобы они были счастливы в служении Господу. Итак, у него был план. Он очень хотел, чтобы Вриндаван был восстановлен. Однажды, это было, когда ему было всего 14 лет, он изучал Шримад Бхагаватам под руководством Адвайты Ачарьи. И вместе с ним учился один юноша, которому было тоже 14 лет. И его звали Локанат. Будущий Локанат Госвами. Они вместе учились. Он родился в Северной Бенгалии, в семье ученых, браманов. И когда ему исполнилось 14 лет, Локанатхи, они отправили его на Бадвипу, чтобы он учился у Адвайты Ачарьи, чтобы он изучал Шримад Бхагаватам. И вот когда он там был вместе с Нимаем, они очень сильно подружились. Очень сильно подружились. Они ходили, проповедовали. Потому что одно из служений, которое они выполняли, они должны были ходить по деревням и рассказывать людям о Кришне. Вот, и побуждать их петь святое имя, Харе Кришна. И они были очень близкими друзьями. Но потом, когда обучение закончилось, Локанат Госвами, он вернулся в свой дом. Но каждый день он вспоминал то время, которое он проводил вместе с Нимаем. Он был настолько привязан к нему, что он не знал, как ему дальше жить. И вот через какое-то время он не выдержал. Он оставил комфортную жизнь, он оставил своих родителей, он оставил свое окружение, в котором он жил. И он решил: все, эту жизнь я посвящаю Шри Чайтанье. И он отправился к нему. Он вернулся в Навадвипу с одним желанием: до конца дней быть рядом с Шри Чайтаньей. И ни на минуту, ни на секунду не оставлять его. И вот, когда он пришел в Навадвипу, он пришел к дому Шри Чайтаньи, чтобы встретиться с ним. Он увидел, что Шри Чайтанья сидит на крыльце своего дома, в окружении своих друзей. Там были Мурари Гупта, Гададхар, Шивас Такур. И когда Господь Чайтанья увидел Локанатха, он просто подпрыгнул от счастья. Сказал: мой друг вернулся, мой друг вернулся. И они устроили сумасшедший киртан. Они пели святое имя, они танцевали, они обнимались, они кружились в танце. И этот киртан продолжался до самого позднего вечера. И Локанат, будущий Локанат Госвами, он был настолько счастлив, он думал только об одном: я никогда не оставлю его, никогда. И когда настала глубокая ночь, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: похоже, тебе нужно идти отдыхать. Пойди поспи немного, и завтра утром возвращайся. Я дам тебе миссию всей твоей жизни. Локанат, когда он ушел отдыхать, он не мог заснуть. Потому что он понимал, что завтра его любимый, Господь его сердце, он даст ему самое главное. И он думал, что он будет служить Шри Чайтанье Махапрабху, рядом с ним, служить ему. И вот только зашло солнце, только наступил рассвет, он омылся и прибежал к Шри Чайтанье Махапрабху. Со сложными руками спросил его: я жду твоих наставлений. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: ты не должен оставаться здесь на Навадвипе ни одной минуты. Ты должен отправляться во Вриндаван, чтобы там открывать эти места. И Локанат, когда он услышал эти слова, он не мог поверить своим ушам, что Чайтанья просит его об этом. Он всю жизнь думал только об одном: как быть рядом с ним. И теперь он его отсылает служить. И он сказал: нет, я не пойду туда. Я не хочу оставлять тебя, потому что единственное мое желание – это быть рядом с тобой, служить тебе непосредственно. Но Шри Чайтанья Махапрабху наставил. И в конечном итоге, Локанат, он поддался желанию Шри Чайтаньи. Мотив его был – это то, что мы должны для себя усвоить. Это очень важно. Мы должны понять, что выше желание находиться рядом с Господом или с кем-то, должно быть желание служить Его наставлениям, исполнять волю Господа. Это гораздо выше. Это является сутью бхакти. Не просто находиться рядом, а исполнять волю того, кому мы служим. Исполнять Его желание. Это более высокий мотив. Иногда мы думаем, что вот я буду здесь, или я буду там, мне там нравится. И для меня это доставляет огромное наслаждение быть вот здесь. Но мы должны понимать, что когда у нас возникает в сознании выбор между наслаждением и служением, преданный выбирает что? Служение. Преданный выбирает служение. Я помню, когда-то мы были в Пури, и Мадхавананда поделился историей своей жизни. Он рассказывал, как он прожил в Пури, Бхуванешваре много-много лет. На тот момент это было около 20 лет. И многие из вас знают, что в Пури, в храм Господа Джаганнатхи, белых не пускают. Он американец по телу. И он говорил, что это было моей мечтой когда-то попасть туда, в этот храм, и предстать перед Господом Джаганнатхи, Баладевой Субхадри, поклониться им. Вот. Но это долгие годы просто оставалось его мечтой. И вот он должен был ехать на литовский фестиваль сюда, в Европу. И ему нужно было за неделю закончить подготовку к выпуску очередного журнала «Кришна Кадхамрита». Он очень горячо молился, чтобы Господь позволил ему это сделать. И вот оставался один день до его отлета, отъезда из Пури. Он закончил полностью верстку, отдал на печать. И вот буквально за день до этого приходит один преданный, которого он очень хорошо знал. И он говорит: «Мадавананда, танцуй, я принес тебе приглашение». И когда он взял в руки приглашение, это было приглашение, в общем-то, от Господа Джаганатха на его свадьбу с Лакшми. Царь Арисы пригласил Мадавананду Прабху для того, чтобы он поучаствовал в этом празднике свадьбы Джаганатха и Лакшми. И он подумал: это шанс, это милость Господа, Он ждет меня, Он зовет меня. Но он понимал, что это событие будет через несколько дней, а завтра мне улетать. И его сердце разрывалось на куски. И он говорит: в какой-то момент я подумал, что для меня важнее: наслаждение обществом Господа или служение. И он говорит: я выбрал служение, я поехал на фестиваль, проповедовал славу Господу. Итак, почему служение Кришне выше? Почему служение Раде и Кришне, Господу Чайтане, Господу Нитянанде выше? Потому что так говорят Ачарьи, так говорит Шрила Рупа Госвами, так говорит Шрила Прабхупада. Все говорят в один голос одно и то же. Служение или любовь, которая проявляется через служение, побеждает Бхагавана, того, кто является источником этой любви. Побеждает. Господь. Шрила Прабхупада в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам пишет, что на самом деле Господь подчиняется не слуге, Господь подчиняется любви своего преданного, его служению. Это доставляет ему гораздо большее наслаждение, большую радость, когда он видит, насколько человек предается в своем служении Богу. Мы можем не видеть Кришну в Божестве, мы можем не понимать, что это Господь, но мы можем видеть Бога в глазах преданных. Мы можем видеть Бога в их стремлении служить Ему, насколько они предаются. Мы были в этот раз в Джайпуре, и там есть этот знаменитый храм в Виндаджи. Туда на Мангала-арати приходят тысячи людей, может быть 5, может быть 7, может быть 10 тысяч людей на Мангала-арати. Огромное количество. И они стоят и с такой жаждой упиваются взглядом на Говиндаджи. Они поют ему прекрасные песни, молитвы с великой преданностью. И когда ты смотришь в глаза этим людям, ты видишь в них Бога, в этой любви, в этом отношении их к ним. Они бегут туда не потому, что надо, не потому, что им нужно рекомендацию получить, не потому, что, ну вот, сказали приходить, ну ладно, буду приходить. Они бегут туда, потому что для них нет никого более дорогого, чем Господь. Это самая дорогая личность в их жизни, с самого детства. И сейчас они, это люди разных возрастов, они приходят туда и со слезами на глазах стоят и поют, и молятся. Итак, Шрила Прабхупада говорит. Шрила Прабхупада проводит различия между этими понятиями. Слуга Бога. Или то, каким образом этот слуга проявляет себя по отношению к Богу. Когда-то Шрила Джива Госвами, он восхищался отношениями, которые есть между преданным и Кришной. И он говорит: я рос в семье Вайшнава, я знал, кто такой Господь. но это не так трогало мое сердце. И я знал преданных, я знал вайшнавов, и это тоже не сильно трогало меня. Но когда я видел отношения, на что готовы вайшнавы, на что готовы преданные ради Кришны, мое сердце не выдерживало. И я тоже хотел быть вайшнавом, чтобы так служить Кришне. Итак, сам Господь говорит, что его невозможно постичь или покорить никакими аскезами, никакой благотворительностью, никакой гьяной, изучением священных писаний. Только когда человек готов проявлять преданность по отношению к нему, только чистое преданное служение, может покорить его. Только служение. Вот что доставляет наслаждение Кришне. Когда-то это было на одной из лекций, в 1966 году Шрила Прабхупада давал лекцию. И он объяснял преданным, которые сидели там, он говорил, что на самом деле преданный может стать даже выше, чем сам Господь. И он привел пример. Он говорит, что обычные люди, когда приходят к Богу, в храм, в церковь, в мечети, у обычных людей один принцип отношений с Богом. Они понимают, что Господь обладает всем. Он обладает огромным могуществом, и он является источником всего. И поэтому люди, понимая лишь только таким образом Бога, приходят к нему с одним желанием. Дай мне что-то, дай мне вот это, дай мне вот это, дай мне вот это. Но преданный видит Бога иначе. Преданный думает, если я не покормлю Господа, кто же его покормит? Он будет стоять голодным. Шрила Прабхупада говорит, поэтому преданный может быть даже выше, чем Господь. Потому что Господь вручает себя преданным, чтобы он мог заботиться о нем. Итак, Локанат Госвами, он последовал наставлению Шри Чайтанья Махапрабху. И вместе с Бугакхой Госвами они отправились в Вриндаван. И там они стали служить, пытаясь открывать святые места. Но в какой-то момент они узнали, Локанат Госвами узнал, что Господь Чайтанья принял саньясу, и он отправился в путешествовать в Южную Индию. Он подумал, наверное, я больше не увижу его. Хотя он помнил о том, что Господь Чайтанья обещал ему, оставайся в Вриндаване, служи там, я приду к тебе, не переживай. Он подумал, нет, я должен отправиться туда и искать его там. И вот, я думаю, что многие из вас слышали эту историю. Он ходил по пятам Господа Чайтаньи, когда он шел по деревням, по городам Южной Индии. Когда он приходил в какую-то, все говорили, Чайтанья Махапрабху 5 дней назад был здесь, беги вперед. Он приходил еще в следующий город или деревню, ему говорили, буквально день хода, он только ушел. Он шел дальше, и так он прошел всю Южную Индию, так и не смог найти его. И когда в конечном итоге он вернулся во Вриндаван, люди сказали ему, 5 дней назад Господь Чайтанья был здесь, и тебя здесь нет. Он искал тебя, спрашивал про тебя. И Локанат Госвами тогда просто потерял сознание, он упал в обморок. Он провел столько времени в поисках Чайтаньи Махапрабху и не нашел его. И до конца дней он больше не видел Господа Чайтаньи. Когда он лежал в этом состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху предстал перед ним и сказал, я просил тебя не уходить отсюда, но ты почему-то убежал, не выполнив мое наставление. Поэтому всегда оставайся в Вриндаване, и ты всегда будешь чувствовать мою близость, что я буду рядом с тобой всегда. Я буду всегда находиться рядом с тобой. Удивительно, в истории отношений, преданной Шри Чайтанье Махапрабху, было много подобных историй. Было множество подобных историй. Например, когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, когда он пришел в Шри-Рангам, он жил в сезон дождей, несколько месяцев, 4 месяца, он жил в Венкатапатре. Он был одним из главных служителей храма Господа Рангаранхи. И у него были дети, один из сыновей, его звали Гопал. Когда Господь Чайтанья там был, он жил в этом доме, Гопал служил Шри Чайтанье Махапрабху. Он ему делал массаж, он подносил ему еду, он ухаживал за ним, убирал за ним. И когда прошло 4 месяца, и Шри Чайтанья Махапрабху решил отправиться дальше, Венкатапата пришел проводить его. И он сказал, Мой дорогой Господь, я хочу Тебя как-то отблагодарить, что Ты 4 месяца провел здесь вместе с нами. Я очень благодарен Тебе. Что я могу Тебе подарить? Я хочу Тебе что-то подарить. Если читая, Махапрабху сказал, я саньяси, мне ничего не нужно. Я ни в чем не нуждаюсь. Господь мне дает все, что мне нужно на день, и мне ничего не нужно. И Венката Бхата не унимался. Пожалуйста, возьми что-нибудь. Ну попроси, скажи, что тебе нужно? И ты даже читание Махапрабху сказал, ну хорошо, подари мне своего сына, Гопала. И Венгата Бхата, он подумал немного, сказал, хорошо, я отдам тебе Гопала. И читание Махапрабху сказал, ну может быть не сейчас, пусть пока он еще маленький, пусть он учится, отдай его на обучение. Но потом я дам ему наставление, что ему делать. И Венката Бхата отдал обучаться своего сына Гопала, который в будущем стал кем? Гопал Бхатты Госвами. Он отдал ему на обучение своему брату, которого звали Прабодананда Сарасвати. И они были последователями Шри Сампрадаи. И говорят, что Гопала Бхатта Госвами впитал в себя все знание, которое несет в себе Шри Сампрадаи. Потом, когда Шрила Джива Госвами писал свои сандарки, которые являются основой Гаудия Вайшнавизма. В общем-то, хотя условно это учение принадлежит Брахма Мадхави Сампрадаи, но основу составляет учение Шри Сампрадаи, Рамануджа Сампрадаи. Вот, потому что Гопала Бхатта Госвами обучался там, и он дал основу для Шат Сандар Шрила Джива Госвами. И вот Шри Чайтанья Махапрабху дал ему тоже наставление. Отправляйся во Вриндаван. Отправляйся во Вриндаван, и я обязательно приду туда. Я обязательно приду. Не переживай. И вот Гопал Бхатта Госвами, он пришел туда, и 45 лет он провел на Радхакунде, и потом он отправился во Вриндаван, и он жил там. И в какой-то момент он получил от Шри Чайтаньи Махапрабху послание. Это послание заключалось в том, что Шри Чайтанья Махапрабху передал ему асану, на которой он сидел, передал ему камандалу, паупину. И когда это пришло к Гопале Бхатте Госвами, все поняли, что Шри Чайтанья Махапрабху делает его своим преемником. И он не мог это принять, он чувствовал себя очень смиренным слугой Шри Чайтаньи Махапрабху, и он ждал, что когда-то он придет сюда, потому что он обещал. И многие не дожидались этого. Рупа Госвами возвращался к Пури, Санатана Госвами возвращался к Пури, но Гопала Бхатта Госвами верил, Шри Чайтанья Махапрабху вернется. И вот прошло много лет, и Шри Чайтанья Махапрабху ушел. Он оставил этот мир. И Гопала Бхатта Госвами, он не находил себе места. Он не находил себе места. Как это так? Он обещал прийти, и он не пришел туда. Я ждал его. И этой же ночью Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему ночью и сказал, отправляйся в Непал, отправляйся туда, и там ты найдешь меня. Он взял камандалу и отправился туда. И когда он достиг берегов этой знаменитой реки Кали Гандаки, он зашел, чтобы совершить там омовение, и он зачерпнул этой лотой воды, и туда залились несколько шалограмм шил. И он подумал, я не могу поклоняться, мне никто не давал таких наставлений. И он выплеснул их обратно, и обратно зачерпнул воды, чтобы омыться, и опять увидел, что там были шилы. Он опять их вылил. В следующий раз он зачерпнул, и опять то же самое. И он подумал, неужели Господь хочет прийти ко мне? Интересно, что когда он взял с собой эти 12 шил и вернулся в Вриндаван, он поклонялся им на протяжении лет. И он всегда сокрушался. Однажды это было перед Нарисимха Чатурдаши, за день до этого. Он сидел и медитировал на лилы Нарисимха Девы. И он думал, у Прохлады была преданность гораздо больше, чем у меня. Прохлада мог своими молитвами сделать так, что Господь проявился в своей форме просто из колонны. Но я поклоняюсь Шивам, и я не могу поклоняться. И В этот день еще пришел какой-то богатый человек, который раздавал одежды для божественных. Говорит, пришел Гопали Батика с вами, сказал, возьми, может быть, тебе тоже пригодится. И он подумал, моя жизнь ничемна, моей преданности нет и грамма в моем сердце. Я не могу поклоняться Кришне в его форме, в вечной форме. И на следующее утро, когда он проснулся, он увидел, что там, где находится его шалограмма Шилы, они были накрыты, что эта коробочка приподнята. И он подумал, что, может быть, змея заползла туда. И он тростью приподнял немного и увидел, что одна шила, она просто раскрылась. И там прекрасное изваяние божества Радха-Рамана. Интересно, что описывают, что когда Гопал Бата Госвами увидел божество Радха-Рамана, первое, о чем он подумал, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Снаружи он как будто бы Радхарани, его цвет тела золотистого цвета, но внутри это Господь, это Кришна. Но Радха-Раман, он снаружи Кришна, но внутри Радхарани, потому что Радха-Раман – это тот, кто наслаждается Радхарани, буквально, перевод так, тот, кто наслаждается Шримати Радхарани. И он подумал, Господь обещал прийти ко мне, и он пришел. Он выполнил свое обещание. То же самое было, когда Рупа Госвами долгое время искал божество Говиндаджи. Он получил наставление Шри Чайтанья Махапрабху поклоняться Говиндаджи. Он долгое время, он плакал, он ходил по Вриндавану и взывал: Говинда, а где ты? Как тебя найти? Ха Говинда, Ха Говинда. И один мальчик пришел к нему и спросил, чего ты плачешь? И он говорит, я не могу найти божество Говиндаджи. И этот мальчик сказал, я здесь знаю все, я не знаю, Говиндаджи там или нет, но я здесь пасу коров, во всех 12 лесах Вриндавана, я здесь знаю все. Я знаю один холм, куда приходит корова и постоянно там оставляет свое молоко, поливая этот холм. Рупа Госвами прибежал туда, и он там нашел Говиндаджи. И вот, когда его достали, это божество, люди стали приходить, и нужно было организовать хорошее поклонение, но квалифицированных людей не было. И он послал письмо Шри Чайтанье Махапрабху. Пожалуйста, помоги мне, мне нужны хорошие пуджари. Похоже, тогда тоже так было. Мне нужны пуджари, которые могут поклоняться божеству. И Говиндаджи. И Шри Чайтанья Махапрабху тогда позвал одного из своих очень близких спутников, Кашишвара Пандита, и сказал, ты должен отправляться туда, ты должен отправляться во Вриндаван и помогать Рупе Госвами. И Кашишвара Пандита тогда запротестовал, он сказал, зачем мне туда поклоняться Кришне, если я каждый день служу Кришне. Я каждый день... Шри Чайтанья Махапрабху, когда услышать оставал, заткнул уши и стал кричать Вишну, Вишну. Он не любил, когда его сравнивали с Кришной. Говорили, что он сам Господь. И Шри Чайтанья Махапрабху настаивал, ты должен отправиться и служить мне таким образом. Кашишвара, он так или иначе, он хотел как-то уйти от этого. И Господь Чайтанья сказал, хорошо, я дам тебе божество, которому я сам поклоняюсь. И он дал ему божество, небольшое божество, которое называют Гор Говинда. Гор Говинда. Это божество по сей день находится в Джайпуре, в храме Говиндаджи. Говиндаджи, Рада Говинда, большие и маленькое божество перед Говиндаджи стоит. Это Гаур Говинда, которому поклонялся сам Шри Чайтанья Махапрабху, которому он отдал Кашишваре Пандиту. И только в таком случае он ушел. Он ушел выполнять наставления Шри Чайтанья Махапрабху. Итак, представьте себе. Индрадюмна Махарадж рассказывает в одной из своих лекций эту историю, когда Шрила Прабхупада ехал, он услышал эту историю от одного из учеников Шрилы Прабхупады, которого зовут Яшодананда. И он рассказывает, что когда-то Шрила Прабхупада путешествовал с учениками по Индии. И в одном городе люди, они увидели нас на станции, увидели преданных и стали предлагать им поклоны. И Шрила Прабхупада сказал, здесь очень хорошая почва для проповеди. Он сказал пятерым брахмачарьям, сходите с поезда, оставайтесь и проповедуйте здесь. И вот представьте себе, вы едете в поезде со Шрила Прабхупадой. Куда? В духовный мир. И он вам говорит: оставайся здесь и служи. И что мы выберем? Что выбирает преданный? Наслаждение общения со Шрилой Прабхупадой? Наслаждение общения с Кришной или служение ей? Преданный выбирает служение. В этом идея. В этом идея. В этом суть бхакти. Преданный выбирает служение. Потому что бхакти покоряет Господа. Бхакти покоряет Господа. Итак, простите, буквально 5 секунд. Прошло какое-то время. Прошло не так много времени после ухода Шри Чайтанья Махапрабху. И опять Вриндаван пришел в запустение. Потому что в свое время там правил, в этих местах правил Акбар. И он был человеком, который чтил культуру индусов, скажем так. Но после него пришел, сменил эту власть Аурангзеб. И Аурангзеб был непримирим к этой культуре абсолютно. Говорят, что когда Аурангзеб пришел к власти, то из месяца в месяц он выпускал какие-то директивы, которые притесняли преданных. В конечном итоге, в какой-то день он распорядился, чтобы его воины отправились в Матхуру и чтобы остановили процесс поклонения, чтобы они уничтожали браманов и уничтожали коров. Он приказал, чтобы эти воины у браманов отрезали большие пальцы на правой руке, чтобы они не могли читать гайд, и чтобы они не могли поклоняться божеству, предлагать ему бачары и прочее. И говорят, что в Агру, где находился Аурангзеб, это была его резиденция, туда шли эшелоны повозок, в которых были отрубленные пальцы браманов. Просто караваны. Вот что делал Аурангзеб. И когда в один из дней, вечером, он вышел подышать свежим воздухом, и он видел вдалеке какой-то свет, который шел. Он спросил, что это такое? И ему сказали, это храм Гувиндаджи. И он был выше всех мечетей, которые были тогда там. И он сказал, его нужно немедленно разрушить. Это никуда не годится. И Аурангзеб, так сказать, послал туда свое войско и разрушил это. Но однажды он позвал одного из своих советников и спросил: вот эти вайшнавы, они поклоняются Кришне, они поклоняются Радхе. Неужели они такие могущественные? Есть ли кто-то там из них, кто более могущественный, чем я? И этот советник ему сказал: ты знаешь, я знаю эту личность, которая более могущественна, чем ты. И он сказал, кто? Он говорит, это Баладжи. А где он находится? Он находится в Махаване, тут недалеко, 80 километров. Аурангзеб собрал войско и отправился туда. И вот, когда они уже практически подошли к храму Дауши, Баладжи, Аурангзеб спросил у местных жителей: скажите, сколько туда Дауши еще идти? Они сказали, хода часов 5. Вот не так много. Они прошли день и промахнулись. Они спросили опять, а где же Дауджи? Ну, вам нужно возвращаться и идти туда. И Дауджи их водил вокруг пальца неделю. Они не могли никак к нему прийти. И в какой-то момент Аурангзеб не выдержал. Они сидели на очередном собрании, и он попросил всех своих военачальников просто выйти. И он просто стал плакать. Он упал на колени и стал молиться. Похоже, ты сильнее меня. Пожалуйста, я просто очень хочу увидеть тебя, твое могущество. Позволь мне это сделать. И говорят, что Баладжи дал ему понимание, куда ему нужно идти и как. И буквально через небольшой промежуток времени, через несколько часов, они пришли к Баладжи, и он получил даршан. И говорят, что по сей день есть расписка, в которой Аурангзеб признает могущество Баладжи, что он более могущественный, чем он. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир. Одна из его миссий заключалась в том, чтобы сделать все возможное, чтобы восстановить святые места. Но мы можем задаться вопросом, а что делает святое место святым? Почему оно является святым? Почему? Почему люди начинают считать это место святое? По одной простой причине. Потому что в этом месте и есть святые. Святое место становится святым, когда там проживают святые люди, святые личности, садху. По сей день Шри Чайтанья Махапрабху открывает святые места. Он поручил своему слуге, чистому преданному, Шриле Прабхупаде, отправиться на запад и искать там святые места, искать там людей, для которых служение Кришне важнее, чем наслаждение. Шрила Прабхупада пришел в этот мир для этой цели, чтобы здесь, в западных странах, открывать святые места. Не только в Индии, здесь открывать святые места. И сейчас каждый из нас, мы здесь находимся в святом месте, Ньюнавадрипа Мандире, в котором находятся прекрасные божества, Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Нитянанда, Рада Мадхава, которым мы можем служить. Ничто, что делает человека святым, что делает человека саду, это то, когда я вспомнил еще один очень интересный момент. Когда-то один из преданных, который очень хорошо знал Шрилу Прабхупаду. Когда его ученики Прабхупады спросили, расскажите нам что-нибудь о Шриле Прабхупаде. Его звали Хридаянанда Дас Баба. Расскажите нам что-нибудь о Шриле Прабхупаде. И когда он услышал имя Прабхупады, он в этот момент стал плакать. И он потом стал говорить, я прожил в Вриндаване 80 лет. Я видел много саду, но я не видел, он прославлял Шрилу Прабхупаду, такого человека, чья садана была бы столь безупречной. Столь безупречной. Вот что делает человека саду. И вот когда в одном месте собираются много таких саду, то тогда это место становится святым. Поэтому я хотел сказать несколько слов, прославляющих всех вас, насколько вы великие души. Души, которые готовы идти на любые жертвы ради Кришны, ради Радхарани, ради Господа Чайтаньи Нитянанды, жертвуя своим положением, своим комфортом, своей какой-то устроенностью или, может быть, необустроенностью ради того, чтобы приходить сюда и служить, понимая, что нет ничего более возвышенного, нет ничего более высокого, чем служение Господу. Это то, что покоряет Его, того, кто обладает всем, и того, кто наслаждается, видя это, как преданные служат. И он готов себя вручить себя нам, даровать себя нам, проявляя таким образом по отношению к нам свою милость. Все вы, все мы, очень удачливые души. Господь нам позволяет приблизиться к Нему. Для этого нужно только наше желание и стремление что-то делать. Все, мы на этом остановимся. Большое вам спасибо. Шри Чайтанья Махапрабху. Сейчас будет киртан, у нас нет времени. Большое вам спасибо. Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, помогите собрать